привет. Как тебя зовут? Диана. Диана, расскажи, как давно ты занимаешься? Ну, я уже давно занимаюсь и очень хорошо. Я понял. А расскажи, в каком клубе ты занимаешься и как зовут тренера? Тренера зовут Чингис Алексеевич. Золотые перчатки, я так понимаю, да? Вот у тебя форма такая интересная. А расскажи, раньше ты выступала? Нет. Первый раз, да, будет твое? Хорошо. А, и какие вообще у тебя планы в дальнейшем в этом спорте? Не знаю. Ну, как пойдет, да? Вот. Ну что, желаем тебе тогда удачи, успехов. Все, ждем красивые бои. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Вика. Вика, расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься единоборствами? Я хорошо занимаюсь. С осенью занимаешься, да? А в каком клубе занимаешься и как зовут тренера? Тренера зовут Чингис Алексеевич. Золотые перчатки. Верно? Да. Понятно. А расскажи вообще, какие у тебя планы в спорте, чего бы хотел добиться? Я бы хотел добиться, чтобы выиграть в первый раз. А в дальнейшем, когда будешь выступать? Стать чемпионкой. Чемпионкой, да? Ну что, желаем тебе тогда удачи, успехов. Итак, дорогие друзья, представляем бой. Весовая категория до 30 килограмм. Дети. Женская категория. И приглашается Казаченко Диана. Ее соперницей станет Филина Виктория. Так, face to face. Напротив, слева друг друга. Напротив, ближе. Так, стоп. Бой. Вика, обманывайте. Я к ней спокойно обманывайте. Подкидывай, а ты идем. Вика. Вика, она прыгает, ноги под нее. Она прыгает, ноги под нее. Диана, ноги под нее. Ручку помоги, Диана. Дыши. Стоп, 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 стоп. Душащий или болевой навык? Нет. Атака или защита? Атака или защита? Защита. Атаку что выбираешь? Душащий или? Душащий. Ложитесь.
Садитесь. Вика, если ты не сделаешь подвоз, то проиграешь. Хорошо? Если сделаешь подвоз, то насыжешь. Я правда планирую держаться. Руки не до конца. То есть ты себя держишь не до конца. Только готовишься вот так. Ты тоже держишь? Так. Готовишь. Вот так сделал, пускай вот так. Ну вот она сделала. Дям, быстро, все, готов? Все, пошли. Переворачивайся. Стоп. Филина Виктория.